Привет всем, рад видеть вас на моем канале. Сегодня мы будем коптить щуку горячим способом копчения. Вот такие у нас щуки. Так, смотрите, они с икрой почищенные. Ну, внутренности вытянуты, да еще шею я не снимал. Сейчас будем их засаливать. Сейчас приготовим посолочную смесь. Здесь у нас 7 килограмм щуки. То есть я беру соли. Ну, грамм 700 это точно взял. Вот так. Так, есть. Берем черный перец. Так, тут у нас пачка 20 грамм, пол пачки я высыпал. И берем красный перец. Это красный острый перец. И все это смешиваем. Есть это дело. Берем наш поддон. Так, берем сначала больших щук. Хоп. Жабры пока что я не чистил, вычищу потом, когда они уже просолятся. Мне кажется, так легче снимать. И обильно засыпаем ее солью. Есть. Так, переворачиваем на эту сторону. И также натираем ее с этой стороны. Так, солим внутрь. Так, есть. Теперь берем вторую большую щучку. Тоже ее натираем солью. Так, теперь берем щуки поменьше, укладываем вот так. Так, и тоже просаливаем. Есть еще одна, вторая. Так, и тоже ее просаливаем.
просили сделать очень соленую к пивку. Так, ну еще мы поперчим. Есть. И черным перчиком. Так, ребята, это все отправляется в холодильник. И будет оно солиться примерно 2 суток. Потом мы его это все будем обязательно вымачивать. Вот такое у нас получилось. Щуку обязательно будем вымачивать, потому что она будет очень сильно пересоленая. Так, ну дальше я все вам буду показывать. Оставайтесь на канале. Всем пока. Так, ребята, пришло у нас, смотрите. 2 суток рыбка солилась. Потом я ее подвесил, еще она сутки висела. Она обсохла. Видите, икра здесь есть. В середине. Так, вот 2 большие щуки вот такие. Вот какие они. Сейчас включаем наш дымогенератор. Делаем 85 градусов, 80, и думаю, буду коптить около, ну, этих точно часа 2. А те меньшие щучки, те, я думаю, где-то часика полтора, и им хватит. Так, сейчас все включаю, я дальше вам все буду показывать. Вот и прошло у нас 1,5 часа. Сейчас откроем коптильню. Посмотрим, что там у нас. Так, дым валит. О, цвет. Цвет очень хорош. Это большие щуки. Какой цвет у маленьких. Ну, цвет очень хороший уже. Так, ну они мягкие. Внутри все белое. И корка, видите, как закоптилась. Сейчас без пивасов, да? Так, а это что? Так, ну, в принципе, нормально. Я думаю, сейчас маленьких щук сниму. Потом, ну где-то еще можно минут 20 пускай. Пускай побудет. Не, ну цвет красивый у них. У этой что-то цвет не очень. В общем, большие еще минут 20. А маленьких я снимаю. Все, скоро включусь. Так, ребят, прошло еще 20 минут. Все, я думаю, хорош уже коптение. Цвет очень хороший, она мягкая. Вот такая щучка у нас получилась. Видите, какой цвет против руки. Сейчас, возможно, еще дам просто холодный дым, чтобы она еще чуть-чуть коптилась, как бы. Ну, я думаю, хороший. Вот такая у нас щука. С
Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока.